Привет, мы бригада У, это Джем. И Илья. И мы идем на выполнение специального задания. Мы идем брать интервью у Милы Йовович. Нам прислали специальное письмо, в котором было сказано: с Милой не шутить. Я надеюсь, она нас помнит. Пойдемте с нами. Проверим. Последний сегодня, целый день интервью, не устали ли вы? Ну, немножко, но все равно это чудно быть здесь, в Москве. Ну, конечно, энергия от людей такая хорошая, что она меня делает больше как-то energetic. Делает меня более энергичной. Да. Схватимся за руки. У меня вопрос простой. О чем этот фильм? В трех словах. Это и вот это. Ну, если в трех словах, это фильм, во-первых, естественно, о возмездии, потому что нужно призвать к ответу и наказать взорвавшуюся корпорацию. Во-вторых, это фильм о верности, верности слову, потому что если эта женщина обещает что-то сделать, то она ни перед чем не отступит, даже перед лицом смерти, чтобы выполнить ею обещанное. Так что это фильм о верности слову, это второе. И третье — это фильм о чести. Но тут важно также и то, что в этом фильме Элис становится, предстает в образе мамы, и поэтому это ее обещание еще важнее. Откуда у тебя такой красивый пиджак? Спасибо, что спросили. Этот пиджак... Очень стильный такой, клёвый парень. Мила, я купил его специально для встречи с тобой. Спасибо большое. И просто то, что он тебе понравился, это совпадение просто звёзд. Этого не может быть. Спасибо тебе. Вы знаете, и я тоже оделась для вас сегодня. Ну, я имею прекрасные каскадёры. Ну, мы, конечно, я люблю все делать самой. И если я не могу, если, ну, конечно, она все может делать, но если я не могу делать, что она делает, я не хочу, чтобы было в фильме, потому что мы вдвоем, она делает все, когда очень камера идет, like pushes back, и не можно видеть лицо, она все делает, но когда меня видно, я все делаю. Mm-hmm. Каждый фильм для нас это последний фильм, и вот как мы идем на, как мы сделали первый как последний, и сейчас пятый как последний, и если мы можем шестой сделать, ну, это было, конечно, хорошо, и я знаю, что Пол, он хочет где-то иметь сейчас закончить, ну, в реальность закончить. Ну, еще не закончилось. Милая! Милая, да. Ты видел, как она меня поцеловала? Я ее поцеловал. Нет. Я ее она поцеловал. Меня поцеловала? Она говорит, что у нас хорошая энергетика. Энергетика у нас хорошая! То есть она говорит, что ее прет от того, что мы рядом. Да. И вас тоже пропрет, когда вы посмотрите Resident Evil. Обитель зла возмездия. Это для вас была бригада У с Милой Йовович. Зовут Элис. Элис, я рад снова видеть тебя. Что здесь происходит? Ты теперь в нашей власти. Меня использовали, чтобы довести вирус до совершенства. Все, кого я знал, и все, что я сделала, было использовано против меня. И теперь весь мир в их руках. Мы захватили Нью-Йорк, Москву, Токио. Это последний оплот человечества. Конец света начинается.
Я тебя убью. Удачи. И до встречи. Европа Плюс. Номер один в России. Европа Плюс. Европа Плюс.